Здравствуйте, земляне! Я Александр Док. Вот весна и началась, хотя и пасмурно, но она началась. Где тут мои... Сейчас переключу камеру и буду рассказывать, что я намерен сегодня сделать. Давайте, послушайте и посмотрите. Намерен я вот что сделать. Съездить в садовый центр. Там сказали... Большие скидки меня ожидают. И на спиральную клумбу купить заготовки. Я показывал, что у меня клумба стоит незасаженная. И я ее хочу оформить, короче, красиво сделать, чтобы было. Сейчас я заходить не буду туда, потому что они потом растеряются в саду. Я покажу отсюда. Вот она, видите, спиральная клумба. Сегодня не пойдете, сегодня сыро, грязно. Они сейчас туда залезут ногами, лапами, а потом в дом попрутся. Не хочу. В общем, тут вот ветром нанесло. Марсенчик, ты куда следишь? Лерочек, не пойдем сегодня гулять. Поеду сейчас в садовый центр. И мне надо купить 74 шарика хвойных. Я там выбрал, посчитал. Вот, все. Поехал я. Все, а вы сидите, ждите, Лерочек, и ты жди тоже. Ну, обломалось вам сегодня в сад сходить. Ну, смотрите, какая погода. Тучи, дождик моросит. Видите, вот сырость. Вам лучше там под крыльцом сидеть. Ну, а я поехал. Ну, задача. Воткнуть 74 таких шарика. Вот, Сань, ты мастер по втыканию прям. Я, Саш, что-то я это самое. 36 штук воткнул сюда. Поехал за следующими. Это сейчас было. Пока мы сейчас ждали. И рухнула реклама. Вот она, прямо на наших глазах. А камера была выключена, а? Надо же. Вот она, сорвало ее ветром. Хорошо, что мы это стояли в стороне, да? Помаши человечеству. Вот это нас миновало. Больше здесь машину не став. А это чья машина? Твоя? Серьезно? Ты глянь, Саня. Сань, ты посмотри, глянь. Пока ты ездил, где реклама? Реклама где? Слышишь? Машина твоя в рубашке родилась. И втыкать, а уже дождик, ветер поднялся. В общем, 74 шарика придется воткнуть. Ну ладно. А тут еще и приходится пересчитывать что-то. Ошиблись в подсчете. Идет пересчет. Все надо переложить. А тут ветер, а тут рекламу сорвал. В общем, попал я в интересный момент. Хорошо, что этот приехал потом уже, до того, как реклама упала. Вернее, после того. Повезло человеку. Приехал, встречает меня верный Марсик. И Мирка верно на нем ездящая. Ну что, привез я, привез. Полная, гляньте вон. Марсюнчик, принимай. Тебе даже некуда тут залезть. Вот, смотрите, сколько всего. Буду выгружать. Ставить вот сюда. Можешь окропить. Лерочек, принимай тоже.
Ну, в общем, земляне, придется мне, конечно, камеру выключить и подключить помощников Жоржика, Марсика и Мирочку. Даже Лирик пришел. Обычно он никогда не принимает товар, а тут пришел. Интересно ему. Он думает, что это, наверное, большой кусок колбасы. Вот, сгрузил. У Сереги сегодня выходной. Ну, Марсик мне помогал. Лирик взглядом помогал. Думаю, так, что же мне тут обоссать в первую очередь? Или этот большой тюк, или вот эти маленькие цветочки. На что у меня лапа поднимется? Это его первое предназначение. Чтобы домой не приехало, это надо все пометить. Такая у них вот у собак задача вселенская. Ну, а у меня тут еще вот разгружать и разгружать. Все. Разгрузил. Помощников я отпустил. Но они попросились на перекур. У них тоже есть перекуры собачьи. Жорик не курящий, поэтому он в стороне. А Лирик, он с детства курит. Еще когда маленьким щеночком был, ему ребята давали покурить. Поэтому вот и не вырос такой маленький. А Жорка не курит, вот он покрупнее всех. Ну что, разгрузил. Все, вот. Это будущая спиральная клумба. Вот такая вот заготовка. Скоро пойдем, будем сажать. Марсик, ну а тебе что? Тебе, как обычно, окроплять. Хватит у тебя окропительной жидкости. Иди, подзаряжайся с Миркой в сад. Жидкости надо больше пить. Лирочек, и тебе разрешаю. Помогай. Марсюнчику. Марсик, тебе в помощь Лирика. Он сказал, что поможет. Сейчас я только уйду, и сразу вы же начнете окроплять. А может даже и пока не уйду. Как по настроению. Но они при мне стесняются. А Мирка вон куда, видите, спряталась. За плитами сидит. Она же женщина, дама. Ей неудобно такие процессы показывать. Ну, Марсик, начинай. Работы много. Куда пошел? А, ты с этой стороны хочешь начать? А Мирка будет наблюдать. Он Мирку стесняется. Ладно, не буду я вас смущать. Пошел. Пообедать надо. Мне. Все. Выполнил такую миссию. Они же думают, что я прямо сейчас буду сажать. Нет. Это как минимум завтра, послезавтра будем сажать. Сидите, ждите. Можно ждать быстрее. Я знаю способ.